Аэропорт Якутск принимает и отправляет самолеты. Отмечается улучшение видимости. Ранее мы сообщали о задержке рейсов из-за тумана. В настоящий момент приостановленных вылетов нет. По оперативной информации, аэропорт Якутск продолжает работать по фактической погоде. Отмечается улучшение видимости, поэтому аэропорт принимает воздушные суда и отправляет также воздушные суда. В настоящий момент задержек нет и ожидается прилет рейса Якутск, Благовещенск-Якутск, который был отправлен на запасной аэродром.